Марка Chevrolet представила неожиданную разновидность нового корвета – Roadster Stingray Convertible. Впервые вместо мягкой складной крыши использована жесткая. В опускании или подъеме механизма задействована не гидравлика, а 6 электромоторов. На весь процесс уходит 16 секунд и может выполняться на скорости до 49 км в час. Поскольку базовый закрытый корвет уже создан как тарго со съемными секциями крыши, то превращение его в родстер не потребовало усиления кузова. Открытая версия оказалась лишь немного тяжелее исходной тарги, примерно на 40 килограммов. Но эта прибавка плюс изменившаяся развесовка вынудили инженеров перенастроить подвеску. В остальном техническая начинка неизменна, поэтому создатели больше говорят о дизайне. Ракетный сад комплекса для посетителей космического центра Кеннеди — это особенное место, чтобы представить особенный автомобиль. Есть два момента, которые корвет пронес сквозь года — аэрокосмический дизайн и инновации. Атмосферный бензиновый V8 работает в паре с 8-ступенчатым преселективным роботом. Несмотря на то, что уже объявлены цены, характеристики родстера продолжают оставаться секретом. Во всяком случае, ни время разгона, ни максимальная скорость не были объявлены во время презентации автомобиля. Старт производства Chevrolet Corvette Stingray Convertible запланирован на первый квартал 2020 года. Напомним, что 8-й по счету корвет был представлен несколько месяцев назад. Притом смена поколений принесла настоящую революцию. Так классическая компоновка внезапно уступила место среднемоторной. Впрочем, самый быстрый Chevrolet все равно остался верен своим принципам.